Всем привет, друзья! Как вы уже знаете, а кто не знает, знайте, значит, 16 февраля будет проведена первая международная конференция в Москве. Для иногородних будут предоставлены там, компании удалось договориться с гостиницей, скидки. И, ребята, что самое главное? Самое главное, то, что вы, посетив эту конференцию, сможете, можно сказать, своими глазами и руками, да, потрогать и посмотреть то, во что вы вкладываете, в продукты. Так, для тех, кто не знает, друзья, мы создаем инжиниринговую компанию. Что это такое? Это, можно сказать, только точка отсчета любой продукции, которая выходит на рынок. То есть, вот, к примеру, допустим, крупный производитель, какой-нибудь завод, да, приходит в инжиниринговую компанию, заказывает себе двигатель. Вот компания будет заниматься разработкой и проектированием новых двигателей по технологии «Славянка». И, значит, инжиниринговый центр готовит весь пакет документов от А до Я. Плюс выпускает опытную партию. Заказчик приходит, получает все это на руки, проплачивает, и 50% от прибыли имеем мы, инвесторы, распределяется между нами на то количество долей, которые вы приобрели в компании. Почему надо пройти верификацию, друзья? Потому что вы становитесь совладельцем компании. Эти доли оформляются на вас по международному праву. И что еще? Вот это количество акций, которые сейчас вы можете приобрести, ребята, это деньги 500 рублей. В рассрочку, пусть вас цифра не пугает, 500. 10 месяцев рассрочки, $50 в месяц. Это капля в море по сравнению с тем, сколько будут стоить вот это количество акций. Это минимальная инвестиция. 157 500 рублей. Акции вы приобретаете за $500. По сути, вот стоимость, номинальная стоимость акции $1 США. Да? То есть, по сути, за $500 вы берете $500 и обмените на 157 500. Круто? Да, конечно, круто. Ну, цели у всех разные, задачи разные, возможности разные. Я когда в прошлом году зашел в компанию, я приобрел тоже этот пакет сначала, правда, здесь количество акций было другое. Потом увеличил пакет свой раз до $2000. И в связи с последними событиями принял решение, увеличил его до $3000. Вот такую сумму ежемесячно я буду выплачивать. И выплачиваю. Но, опять же, повторюсь, ребята, не делайте так, чтобы вам было жить, чтобы это отражалось на вашей жизни. Не надо жить дискомфортно. Привыкайте к комфорту, ребята. То есть вы должны инвестировать ту сумму, которую можете себе позволить, не ущерб семейному бюджету. Друзья, вот это самое главное. Ну и, конечно, в будущем вы будете получать даже вот на это количество акций очень и очень приличные дивиденды. Даже если представить, что акции будут... Ну, допустим, компания вышла на рынок, и ее акции вот нисколько не подорожали, да, к примеру. Но берем полностью абсурдную ситуацию, вот утопическую полностью. Вот как они стоили $1, так они и стоят $1. И давайте просто посмотрим вообще, залезем в область фантастики, в полнейшую утопию. 157 500 акций вы приобрели. Пусть вам будут платить по 1 центу за акцию. Умножаем на 0,01 и узнаем, какое количество дивидендов мы будем получать в год, друзья. $1575. То есть это уже в 3 раза больше, чем вот эта вот сумма. Или я неправильно посчитал? Ну-ка. 157 500 умножаем на 0,01.
0-1. Да, все правильно. Так что, друзья, вы уже в 3 раза, и заметьте, держа эти акции, вы будете получать эту сумму каждый год. То есть каждый год, один раз в жизни вы потратили 500 рублей, получаете 1500 каждый год. Круто, круто. Это мы взяли вообще утопию, полнейшую абсурдную ситуацию, да? Но давайте теперь посмотрим реальности в глаза. Такие компании, как Skyway, Solar Group, вот это вот, да, мотор колесо Дуйнова. Solar Group — это компания, которая занимается привлечением инвестиций в Совелмаш. Вот смотрите, допустим, как всегда, практика жизни показывает, что такие компании выходят на рынок с ценой на одну акцию от 11 до 25 долларов. Но мы с вами опустимся еще ниже, возьмем 7 долларов за акцию. Вот 7 долларов за акцию. Начинаем считать. 157 тысяч 500 акций мы умножаем на 7 долларов. Получаем, это стоимость ваших акций. А теперь возьмем 157 тысяч 500 акций и умножим, ну, к примеру, на 20 центов, 0,2. Хотя я считаю, что будет намного круче. Вот теперь получается вот такая сумма. 31 500 долларов в месяц, точнее в год вы будете получать. Так что, ребят, здесь математика простая. Дело в том, что венчурную премию компания платит за риски. То есть понятно, что компания в начале своего развития испытывает определенные трудности. Правильно, правильно. Вот за то, что вы верите в компанию, за то, что вы инвестируете в нее, за то, что вы помогаете ее строить, но сейчас уже не с нуля, далеко не с нуля, потому что существует уже лаборатория, то есть тот инжиниринговый центр, который мы все будем строить, но уже, но в миниатюре. То есть вот за это вы получаете венчурную премию, которая выплачивается вам в конце рассрочки, то есть на 10-й месяц. Как это выглядит? Вот мой пакет и график платежей. Вот видите, венчурная премия в самом конце вам выплачивается. Вот почему необходимо, если у вас, не дай бог, просрочка по платежам, ребята, сообщайте техподдержку, сообщайте, звоните в колл-центр, можно позвонить прямо с сайта вот здесь вот, чтобы у вас не аннулировали вот эту вот венчурную премию, иначе вы останетесь с тем количеством акций, которые проплатили уже. Это хорошо, конечно, но хочется же самого вкусного, правильно, вот этого, вот где собака зарыта. Ребят, в общем, короче, суть в чем? Я сегодня видео о другом пишу. Чтобы не остаться за чертой на обочине дороги, да, я предлагаю вам проинвестировать в эту компанию. Теперь смотрите, что еще. Немаловажный факт. Те, кто помогает компании развиваться, да, кто уже здесь находится, еще думает, или те, кто уже помог и развивал. Ну, короче, вот такие, как я, допустим. Я помогаю компании развиваться, привлекаю людей, пишу видео, рассказываю информацию, потому что информацию вам по центральному телевидению никто такую не предоставит. Нашим властимущим нужно, чтобы вы были нищими для того, чтобы. Потому что голодным человеком проще управлять. Все просто. Вот. Так вот, для тех людей, кто придет на конференцию, во-первых, вы получите для себя чисто моральное, да, удовлетворение и настрой, хороший, правильный настрой. Во-вторых, вы найдете там своих единомышленников, познакомитесь, пообщаетесь. Что, кстати, вот я технически плохо разбираюсь в том, что в двигателях, да, но есть люди, которые, очень многие люди инвестируют сюда именно технари, которые понимают, что это такое, да. И вот там будет возможность у вас пообщаться между собой. Я считаю, это очень важный момент.
Мало того, компания предоставляет вам бонусы. Это 200... Вам, если вы друга приведете, то вам, значит, на двоих и друг проявит желание зарегистрироваться в компании. В течение недели, по-моему, или в течение 2 недель. Не помню, надо посмотреть условия конкурса вот здесь. Точнее, условия акции. Посмотрите в новостях. Или сейчас вместе посмотрим. То компания вам предоставляет 500 долей на двоих. То есть 250 вам, 250 вашему другу. Если приведете двух друзей, то, соответственно, вы получите 500. Ваши друзья по 250. 250 долей в компании, ребята, только за то, что вы пришли на конференцию, посмотрели. Поверьте мне, это отличный старт. Отличный старт. Даже если вы потом захотите эти 250 долей продать тупо на бирже, то, друзья, вы получите за это неплохие деньги. Если вы не будете инвестировать. Но я приобретаю акции, буду еще приобретать, и потому что я хочу в будущем, знаете, не считать мелочь по карманам, скажем так, да? А сидеть где-нибудь там на даче у себя, плевать в потолок и получать дивиденды, на которые я буду жить всю оставшуюся свою жизнь безбедно. Это я вам обещаю. Так, друзья, еще вопросы. Значит, если у вас, вот мои партнеры, те, кто инвестирует сюда, возникают какие-то вопросы вот по сайту, да, по компании, на которые я могу ответить. Я также, как и вот у меня мой пригласитель, я у вас отображаюсь в личном кабинете. Звоните, пожалуйста, но лучше после обеда, потому что я сплю до обеда. Вот, звоните, пообщаемся, поделимся впечатлениями о компании. Может быть, я чем-то могу вам помочь, если у вас возник какой-то вопрос. Ну, вместе можем просто это дело все решить. Так, ну что еще хочу сказать? Да ничего, все здорово. Давайте вот новостной раздел перейдем. Последнее время компания просто радует новостями. И вот конференция в Москве, видите? Пополнение с банковских карт снова доступно. Немаловажная новость. Здорово, здорово. Вот ваша акция долей на двоих в подарок. Давайте вот поподробнее это дело рассмотрим. Приведите с собой друга, не зарегистрированного в проекте. Мы зарегистрируем его перед конференцией, подарим вам на двоих 500 инвестиционных долей. При регистрации друга вам обоим выдадут подтверждающий купон, разделенный на две части. Отличный старт для вашего друга и приятный бонус для вас. Проведите 10 друзей, получите 2500 долей. Ребят, это вообще бомба. Так как подарочные доли суммируются. Ваш друг должен пройти верификацию в личном кабинете проекта в течение 14 дней. Ну вот, 2 недели дается после регистрации. В противном случае подарочные доли будут аннулированы у обоих сторон. Друзья, верификация здесь проходит достаточно просто и быстро. Где это сделать и как? Вот здесь наверху нажимаете, вот раздел «Профиль». Заходите туда, там заполняете свои данные, отсылаете хорошо отсканированный паспорт в развороте, значит, первую страницу, чтобы уголки были видны, чтобы все было хорошо и четко видно. Потом что делаете? Вот там есть маленький нюанс, потом отсылаете вторую часть паспорта, это где вы прописаны, адрес прописки. Вот. Но при этом там будет такое окошечко. Вы нажимаете на стрелочку, у вас будет там надпись «Другой документ». Вот эту надпись выбираете, «Другой документ» и загружаете уже последнюю страницу с вашей пропиской. То есть вы отсылаете два файла. Первую страницу и последнюю. Первую отсылаете, нажимаете на стрелочку, написано «Паспорт», «Выбор документов». А вторую отсылаете «Другой документ». Вот. Ну, в общем, все хорошо, все отлично. Всем советую, друзья, посетите обязательно. Если есть возможность, не упускайте свой шанс. И еще раз говорю, у вас будут какие-то вопросы,
Мои контакты все под этим видео. Обращайтесь, будем решать вместе. Кто еще думает? Ну, много народу думает достаточно. Мне единственное непонятно, почему вот, ну, люди вот эти вот, которые зашли вместе со мной, это вообще на старте. Они заходили еще, видите, 7 месяца прошлого года. Понимаете? Вот человек до сих пор думает, Николай Мещеряков. Может, вообще забыл. У меня, кстати, было так с одной компанией. Я инвестировал, точнее, присматривался с ней, а потом забыл. Вот люди. Вот это мне непонятно, конечно. Но остальных все хорошо. Есть просрочки по платежам. Но я надеюсь, вы связались с колл-центром или с техподдержкой, и будет все нормально. Запомните, платежи допускаются до 20 дней. Вот я вижу, у меня партнеры уже увеличили свои пакеты. Круто, молодцы. Я тоже увеличил. Вот. Просрочка допускается до 20 рабочих дней. Ребята, потом венчурная премия аннулируется. Поэтому лучше позвоните, все люди, все человеки поймут, если у вас уважительная причина. Всякое в жизни бывает. Вас поймут, пойдут навстречу, чтобы вы не потеряли свое пирожное. Это венчурная премия. Это то, ради чего мы делаем эти инвестиции. Ну, по последней информации, уже готовится строительство. Полным ходом идет. Ведутся переговоры с подрядчиками. Там. То есть, ребят, все хорошо. Своих партнеров я могу не успокоить, скажем так, а порадовать. Ребята, вы молодцы, что зашли. Те, кто раньше зашел, кто сейчас надумает заходить, заходите. Потому что 24 февраля последний день, когда доли будут продаваться по таким ценам, по смешным. Потом будет, ну, тоже недорого, да? Даже на 15 этапе можно будет сюда заходить. Но, друзья, там количество долей в компании, вы сами понимаете, в разы будет меньше. В разы. Если это сейчас 157 тысяч, я даже понятия не имею, во сколько порежется дисконт и сколько долей в компании вы сможете приобрести, если вы зайдете в следующем месяце. Потому что компания переходит с 7 сразу на 9 этап. Понимаете, один этап пропускается. Вот кажется, вчера я только инвестировал, был 4-й этап, сейчас уже 9-й. Время летит, мама, не горюй. Все, друзья, всем хорошего настроения, хороших заработков. Приходите на конференцию, пообщайтесь с людьми, себя покажите, на людей посмотрите. Всем хороших настроений, у компании все круто, все хорошо. Не обращайте внимания, потому что сейчас идет волна грязи на эту компанию. Не обращайте внимания. Потому что вам честно скажу, ну не может быть такого, чтобы какой-то говнюк, прости меня, Господи, да, то есть он что, вот он выставляет себя Д'Артаньяном, что ли? Все вокруг говно, он один Д'Артаньян? Нет, ребята. Не может быть кретинов, понимаете, из 180 стран мира и более 100 тысяч инвесторов. Неужели вы думаете, что мы все кретины? Нет, конечно, нет. Просто кому-то невыгодно, чтобы такая компания, как Дуйнов, развивалась и дошла до своего финала. А она дойдет, поверьте, у Дуйнова за плечами огромнейший опыт и богатейший клад знаний. Все, друзья, всем удачи, хорошего настроения, до следующих публикаций. Приглашаю вас в компанию Дуйнова. Заходите, это 100 пудов, не прогадайте. Кнопочка бабло будет у вас присутствовать в будущем, прямо вот будете нажимать ее раз в год и чувствовать себя великолепно.
Америкой и имел диплом, то отцы города Гринбоу, штат Алабама, решили предложить мне хорошую работу. Я больше не работал с лейтенантом Дэном, но он позаботился о наших деньгах. Он вложил их в какую-то фруктовую компанию. Когда он сообщил, что денег нам хватит до конца жизни, я сказал: «Хорошо, проблемы меньше». Мама говорила, что человеку нужно лишь самое необходимое. Остальное — это показуха. Так что я решил подарить пухлую пачку местной церкви. А другую пухлую пачку — на строительство морского госпиталя. И хотя Бабба уже умер, лейтенант Дэн сказал, что я чокнулся, я отдал маме Баббы его долю. Представляете, больше ей не приходилось работать на кухне. Я превратился в миллионера-газонокосильщика, и мне это нравилось. Я косил траву.